Всем привет! Сегодня 15 февраля, Московской области. Начинаю посев на рассаду сладких перцев, острых, баклажан и лука. Я этот процесс не растягиваю, сею все одним днем. Значит, что сделала? Разложила бумажное полотенце, смочила водой, разложила семена, закрыла также влажным бумажным полотенцем. Я семена замачиваю только с той целью, чтобы они набухли, потому что сухие, и знаете, некоторые-то уже и проклюнулись, вот видно, открыты клювики. Вот сегодня буду их высевать. Перцы у меня растут в стеклянной теплице вместе с огурцами, то есть две грядки перцев сладких и посередине грядка с огурцами. Взяла плошку, я в таких плошках выращиваю уже много лет. Намешала почвосмесь, здесь торф агробалт оранжевый, смешан с биогумусом. Пропорция примерно 70% торфа и 30% биогумуса. Слегка увлажнила, сделала борозды вот по количеству сортов. Сейчас буду проливать каждую борозду вот таким раствором. Это гумат калия. Сейчас покажу, какой использую. Вот. И раскладываю семена. Это для перцев. Конечно, все подписано у меня. Это плошка для лука. В этом году выращиваю только лук эксибишн. Взяла коробку повыше для лука, потому что из этой плошки у меня лук будет уже высаживаться в открытый грунт. То есть до самой высадки здесь будет расти. Почва смесь та же самая, я лук высаживаю в борозды, мне удобнее так за ним ухаживать, рыхлить, подокучивать, ну и так далее. Очень удобно получается. А вот такие мелкие, мелкая такая тара, это для острого перца, и сюда буду высевать и баклажаны. Все подписано. Сейчас я вам покажу. Это вот все семена, которые я сегодня посею. Значит, все я записываю вот в такую большую тетрадь, она уже заканчивается. Это последний год, когда я ее буду вести, и все. Этой тетради уже 6 лет, то есть 2016 года, по-моему, она у меня. Ну да, вот первая запись у меня 2016 года я вела. Очень удобно по записи. Я нумерую номерками, мне так удобнее. Кстати, я еще замочила вот такие семена флокса Друмонда. Это однолетний флокс. Не знаю, надежды у меня нет, что взойдет что-либо, потому что в прошлом году сеяла, ни одно семя не взошло. Ну, в этом году решила досеять, чтобы семена не валялись. Но здесь процесс однотипный. Наверное, так же сеете, как и вы. Проливаю хорошо борозды. В этой плошке у меня нет дренажных отверстий. Я никогда не делаю. Значит, пикировать из общей емкости я буду, когда у перца будет 2-3 настоящих листа. Пикирую я в рассадные пакеты, я вам уже показывала, 0,9 объема, ну почти литровые. Вот, сначала я эти пакеты подкручиваю в половину, а потом уже по мере роста перца я увеличиваю объем. И они у меня растут в этих пакетах, и я уже из них и высаживаю. Отлично получается, вот как раз 0,9 литр, это отличный объем для перца, для выращивания перца. Вот таким образом раствор гумат калия. И на расстоянии я беру вот номер один у меня по списку. Где-то 10 семян замочила, где-то 8. Вот. Это для меня даже много, потому что у меня 8 сортов, по 8, по 10 штук в теплице не уместить. Здесь еще рассада меня попросили вырастить. Ну, вот таким образом я буду раскладывать. Этот процесс творческий. Вот. Дальше даже не буду показывать. Таким образом. Лук эксибишн, вот он обработанный. Я тоже беру семя. Кстати, смотрите, уже наклюнулся.
И тоже на расстоянии, на определенном, там, в сантиметр, в полсантиметра я вот таким образом раскладываю по бороздам. Очень удобно потом ухаживать и высаживать. Нет вот этих зарослей. Он растет так рядками, очень аккуратно. Борозды делаю вот таким предметом, кому интересно. Я не знаю, это для чего. Много лет назад я купила, по-моему, в Метро продается. По-моему, знаете, это для того, чтобы блины размазывать по сковородке. Не знаю точно. В общем, я буду сейчас заниматься посевом. В конце видео я подключусь, покажу. Ну вот, смотрите, я разложила семена аккуратно. Перец. Вот так лук. Здесь у меня баклажаны. Перцы острые. Это флокс посеяла. Сейчас беру и просто с бортиков прикрываю семена. Ну, глубина заделки у меня примерно 1,5 сантиметра, не меньше. Почему? Потому что если мало земли будет сверху, то они сходят вместе с шапочкой космонавта, получается. Вот так вот. Баклажаны просто беру. Так их. Раз, два. Тоже примерно на такую же глубину. Вот. Сверху я потом беру рукой и слегка придавливаю, чтобы шапочка не всходил. Семеш снимается с ростка именно благодаря тому, что он цепляется за землю, и семенная камера снимается. Вот все. У меня начался сезон. Сегодня 15 февраля. Перец я посеяла. Томаты для теплицы я буду сеять в первых числах марта. Это числа 10. 8-го, 10 марта будет посев. Сейчас я это все поставлю на теплый коврик, чтобы всходило. Как только появятся первые петельки, я убираю с коврика, с теплого, и просто ставлю под лампы обязательно. Сейчас, конечно, еще накрою пленкой, чтобы создать парниковый эффект. И все, буду ждать всходов. У меня на сегодня все. Кстати, спасибо вам, что подписываетесь на мой телеграм-канал. Приходите, делитесь своими посевами. Будем обсуждать. Всем пока!